И всем привет, мои дорогие зрители. Сегодня я, как и обещал, попробую пройти игру Грэнни, глава 2. Играть я буду на уровне сложности легко. И, разумеется, с двумя стариками. То есть, из Грэнни и из Грэндпа. Сбегать я буду через основную дверь. Через входную, точнее. Да-да, через входную. Так. Да, кстати, кроме того, тут какое-то обновление вышло, только я не понял, о чем оно. Там что-то... Там было написано, теперь главный герой не проваливается через пол на... И дальше многоточие, типа это секрет какой-то. И написано так, что теперь нельзя карабкаться по ящикам и по этим. Как его... По ящикам, короче, по ящикам нельзя карабкаться. Так. Но я вам, кстати, скажу, еще я нашел парочку секретов. Ну, их хотя показывали другие ютуберы. Но я все равно скажу. Я, оказывается, плохо искал. Я, оказывается, плохо искал многие предметы. Оказывается, они... Лежали в одной из секретной комнатки, она наверху находится. Я еще думал, как наверх-то попасть. Тогда говорил, а теперь узнал. Я вам покажу. Так, опа, как раз шокер дали. Вот сейчас я вам покажу. Ой, дедок. Дедок сюда идет как раз. Только он тут не идет, а стоит. Давай, старый мухомор. Иди сюда. Может, мне его отсюда пристрелить? О, получилось. Блин! Я промазал! Промазал, блин. А тут бабка уже идет. Тикаем, я сказал! Блин, тупой дед! Тикаем! Бабка он уже чешет. Зачем? Нет. Блин. Вот бабка, а. Ай, почему-то я не сумел схватить этот чертов... Этот. Ну, чем тут заряжается электрошокер, я не знаю. Вы меня поняли, короче. Блин, ну вот. Просрал день. Все это дед чертов. Разлегся на проходе. Я не понял. А где заряд? Ой, меня дед спалил. Так я не понял, блин. Где заряд для электрошокера? Ой. А, вон он там где. Каким-то образом он переместился наверх. Так, за мной идет бешеный дед с палкой. Так что тикаем. Бабка, а ты-то тут откуда взялась? Ну ты не охренела? Это пипец. Да, блин. Я уже 2 дня просрал и ни одного замка не открыл. Играю, блин, на изи. Да что-то я, блин, совсем раз это... Как будто играть разучился. Так, ладно, где я там шокер-то... Ставил. Ну все. Хана вам, старички. Он первый старик. На тебе прям в бошку. А бабка где? Она сейчас обязательно примчится.
Вот ты где. Получай. Все, теперь-то вы мне не помешаете. Стащим у деда ключ. Тут я, кстати, еще за... Да, вот этот гаджет я тоже выяснил, для чего нужен. Я только покажу вам его потом. Так. Я вам сейчас покажу, что за секретная, так сказать. Комнатка наверху, точнее. Я не... Вот. Так, открываем вот эту вот комнату. Здесь у нас ключ от сейфа. Вот. Здесь лестница. Понятно? Вот. Вот я сюда и попал. А дальше там вон за решеткой есть мишенька, в которую нужно попасть из ружья. Ну, из там, я не знаю. Так, это... Нет, это... Этот, как его, руль от лодки, он мне не нужен. Так, а говорили, я больше не проваливаюсь. Сам я в результате провалился. А ну-ка еще раз поднимусь. Не знаю, где там невозможно провалиться. Потому что я прекрасно проваливаюсь. Может, конечно, еще... О, в РНК как раз он ключ от оружия. Короче, а может, я какую-то новую комнату... Я не знаю, короче, хотел сказать, какую-то новую комнату, может, еще сделали. В которой провалиться как раз нельзя. Да, может, добавили еще какой-нибудь секретик. Так. Вот он, мой дробаш. А точнее, двустволочка. Ага, слышу уже шаги. Сейчас грохну обоих. Вот и первый. Гад. Бахну его. Ага. А вот и бабка пожаловала. Огонь! Все, хана вам, старички. Так, вот в часах тоже вот это место открывается. Я еще тут такую фишку прикольную нашел, типа дед иногда спать ложится. Но я вам потом покажу вот эти вот фишечки мелкие в отдельных роликах. Я этот-то секрет планировал отдельным роликом показать, но так как мне все равно надо будет туда лезть, потому что там нужный предмет лежит обязательно какой-нибудь. Вон там обязательно лежит какой-нибудь нужный предмет. Поэтому я сделаю это сейчас. Вот я попал в мишень, у нас открылась вот эта вот решеточка. Я в нее могу войти, но мне это сейчас не нужно. Потому что там надо еще, чтобы открыть этот ящик, эти как нужны, ноженьки, а у меня их нет. Так. Кстати, я еще этот ящик не вскрыл. Так. Проверю заодно тут спальню бабкину. Но тут ни хрена вообще нету. Так что используем короткий путь. Ванна тоже, кстати, пустая. Так, и... Впадаем куда там, в гостиную. Ну, в гостиную, скорее всего. Да хотя нет, гостиная, походу, у них там. А здесь так, какая-то комнатка. О, дверная ручка. Это то, что нам нужно. Так. Лучше стекаем. Потому что эти старики могли уже и очнуться. Так, это свечка зажигания от лодки, но она мне не нужна. Ведь мы же через дверь сбегать собрались. Тут. Или собрались. Ну, собрались, по-моему, да. Вот я говорю, мы же через дверь собрались сбегать. А не на лодке уплывать.
Кстати, а где я там свой шокер оставил? Такое чувство, что он скоро мне пригодится. Бабка? Слышу шаги. Кто-то очнулся. Но шаги медленные, значит, это дед. У бабки шаги более быстрые. А! Вот ты где, мой шокер. О! Там кто-то есть. Это дед. А где дед? О, бабулька, он идет зато. Ой, и дед сразу чешет он. И он меня спалил, да. Но дед он тут болтает, когда палит меня. А бабка болтает, если... Я, короче, от нее свалил, где-то спрятался. Она до этого меня преследовала. И не нашла меня. Да блин. Ну да, и... Ну и еще в тех же случаях, что и бабка. Дед? Ну давай, иди сюда, старый мухомор. Я знаю, ты где-то здесь. Во, вот он дрыхнет. Я вам говорил. Вон, спящий дед. Опа, но если звенит, то он просыпается. А я его шокером как раз... О! Вот я вам и спящего деда показал. Хотя планировал это сделать отдельным роликом. Ну, ладно, фиг с ним. У меня уже были такие догадки, что он ляжет спать, пока я играть буду. Так, ладно, все. Идем уже вскрывать ящик, а по пути заглянем тут во все ящички и в микроволновку. В микроволновке, кстати, был ключ от лодки, и он нам не нужен. Блин, ну тут вообще что ли пусто? О, ножницы! То, что надо как раз. Сейчас ящик откроем. Если кто-то еще не знает, сейчас увидите, что в этом ящике. Я когда в первый раз его открыл, я очень удивился. О! Это нам тоже понадобится, только потом. Давайте сначала откроем ящик. Так, картину, кстати, надо убрать. А провода перерезать. Ну, вернее, не провода, а только один провод. Так, теперь поднимаемся наверх. Так, залезаем вот сюда. Перерезаем эту цепь. Да, главное, цепи режутся обычными такими вот ножницами. Ну, может, либо это очень старые дряхлые цепи, либо это очень хорошие ножницы. Так, и у нас тут вон кто. Это, если кто-то не знает, это вампир из игры Сландрины X. Муж Сландрины. Ну, правда, тут его лицо не смог я разглядеть толком. Потому что он быстро упал. Не дали разглядеть толком его лицо. Кстати, нам он тут дали ключ от засова. Он нам нужен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, я хотел стекать отсюда. У ты! Вот зараза. У меня уже 4-й день, пипец. Как бы так вообще не сдохнуть? Здесь жалко, уже нету такой функции, типа собрал картину, получил дополнительный день. Так, ну чё? Надо всё открыть. Ой-ой-ой! А, блин, чёртов дед. Иди в жопу, старик.
Получай! Бабуська, теперь твоя очередь. Ты меня грохнула, сволочь этакая. Так теперь отвечай. Вот ты где. Ха-ха. Вот я и отомстил этой наглой бабке. Кстати, а если тут на экстриме играть, то ты не можешь выбрать кого-то одного. Здесь обязательно оба будут. Так. Ну все. Хватит тут валяться. Дай мне подняться нормально. Надоело уже. Здесь я знаю точно, что ничего нету. Так. Где тут я свой ключик обронил? Вот он. Эй, а почему я его подобрать не могу? О, странно. Если бы я сейчас ключик не смог подобрать из-за какого-нибудь бага, это был бы пипец. Тогда бы я не смог бы сбежать. Пришлось бы начинать все заново. Так, вот это вот мы открываем замочек. Так, остается только колесико на место поставить. Повернуть его, и мы свалим. Вон как все оказалось достаточно просто. И сколько раз я слился? 1, 2, 3 раза я слился. Стоять, я понял, там надо не 5 раз слиться, по-моему, чтобы сдохнуть, это я ошибался. Все время говорил, надо слиться 5 раз, надо слиться 5 раз, чтобы получить плохую концовку. Нет. Надо только 4 раза слиться. Потому что, вот смотрите, проигрыши идут, вот поставлю на паузу, чтобы не мешало. А то сейчас бабка возродится, придут, леща мне дадут. Ну, точнее, бабка с дедом, хотел сказать. Ну, так вот, получается, с первой на вторую ночь, потом со второй на третью, с третьей на четвертую, с четвертой на пятую. А, нет, 5 раз как раз слиться надо. Нет, я не ошибался. Надо 5 раз слиться, потому что еще после 5-й нужно слиться, чтобы окончательно проиграть. Так, ну все. До свидания, бабка, до свидания, дед. Я свалил. Ну-ка посмотрим на концовочку, я ни разу ее не видел. А, вон она. О, вон у них где теперь машинка стоит. А, и эти оба стоят, не понимают, куда это я смылся. Хе, и конец. Ну, прикольно, прикольно. Ладно, на этом ролик подходит к концу. В следующий раз я попробую от них уже уплыть на лодке. А на этом все.